наши советы помогут укрепить иммунитет, без проблем пережить резкие изменения температуры воздуха и позволят наслаждаться осенью без страха слечь с банальной простудой. Ведь чтобы улучшить сопротивляемость организма, достаточно внимательно относиться к нему, не подвергая его ненужным стрессам. Дайте организму витамины. Прекрасно, если вы все лето ели свежие овощи, фрукты и ягоды прямо с грядки. Но вы должны помнить о том, что витамины в организме не накапливаются, а сразу же усваиваются им. Поэтому фрукты и овощи обязательно должны присутствовать на вашем столе и осенью. А самый важный для укрепления иммунитета витамин С содержится в цитрусовых фруктах, киви, сладком перце и других. Другой не менее важной витаминной группой являются витамины группы В, которые отвечают за здоровую и крепкую нервную систему, состояние кожи и многое другое. Витамины группы В содержатся в рыбе, мясе, молочных продуктах, яйцах и зерновых. Восполните дефицит железа. Нехватка в организме такого важного элемента, как железо, может спровоцировать понижение уровня гемоглобина в крови, к ухудшению процесса снабжения клеток кислородом, результатом чего станут быстрая утомляемость, постоянное чувство слабости, головокружение и бледность. К железосодержащим продуктам относятся мясо, печень, морепродукты, яйца, яблоки с кожурой и другие. Включите в рацион кисломолочные продукты. Для укрепления иммунитета важно чаще употреблять в пищу богатые полезными бактериями, пробиотиками, кисломолочные продукты. Например, йогурт. Знаете, что первые признаки дисбактериоза – это нарушение стула и дискомфорт в животе? А микрофлора кишечника играет огромную роль в процессе противостояния организма инфекциям. Чем еще можно помочь организму справиться с осенней хандрой? Об этом в следующем выпуске.